Папа Римский Франциск открыл синод в Ватикане по вопросам брака и семьи. Ожидается, что участвующие в ассамблее епископы обсудят болезненные для католической церкви вопросы – гомосексуализм, разводы, аборты, использование контрацепции. Синод продлится 2 недели. Еще одна встреча по итогам синода пройдет в следующем году. Ассамблея Синода не предназначена для обсуждения замечательных и оригинальных идей или для того, чтобы увидеть, кто умнее и мудрее, отметил понтифик. Синод служит для того, чтобы лучшим образом взращивать и хранить Господень виноградник, чтобы осуществить мечты Господа и Его замыслы, полной любви к своему народу. Господь просит нас заботиться о семье. За стенами Ватикана не все католики уверены, что по таким вопросам, как целибат священников, разводы и контрацепция, произойдут существенные изменения, говорит Марта Хейзер, руководитель движения «Мы Церковь». Для нас очень важна проходящая встреча, потому что синод и кардиналы нас не слышат. В синоде широко представлен консервативный сегмент католической церкви, а группы тех, кто выступает за реформы, нет. Между тем, в минувшую субботу, во время молитвы на площади Святого Петра в Ватикане, папа высказал пожелание о том, чтобы епископы действительно прислушались к католической общине.